Усім привіт! Це ваш улюблений олімпійський батл. І перш ніж ви познайомитесь із нашими наступними учасниками, будь ласка, підтримайте їх лайком та коментарем під цим відео, адже вони цього дійсно заслужили. Тож, починаємо! Привіт, мене звати Ковтун Ілля. Я в составі збірної країни України з спортивної гімнастики. Сьогодні я покажу, що таке настоящий майстер-клас по спортивній гімнастиці. Всім привіт, я Дімнік Андрій, професіональний рекламний фотограф. І сьогодні я приїхав ворватися в олімпійський батл. Привіт. 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 Я готов. Да. Сьогодні ми знаходимося в спортивному залі, в гімнастичному. Здесь ми готуємося до соревнованням. К выступлениям своим. Сейчас мы немного разомнемся здесь и пойдем попробуем некоторые элементы, которые я сегодня придумал для нашей тренировки. Для начала мы попробуем сделать пару отпрыжек, чтобы понять, как оно делается, а потом уже сделаем пару кувырков назад и будем пробовать. Садимся. Сейчас мы еще попробуем кувырок назад сделать. Садишься. Угу. Потом руками толкаешься. Голову на грудь. Идеально. Сейчас покажу один разок, как проехать сальто. Потом будем пробовать. Ну, просто с первого раза немного так не понимаешь, а потом пару раз сделаешь, уже нормально. Да, идеально все, можно уже в гимнастику идти. Мы пришли на брусья, сейчас мы поможем руки, чтобы не было скользко. И будем пробовать махи делать. Сейчас я покажу, как это делается, уже будем учиться потом. Становимся в упор. Зажимаем таз. Зажимаем таз, это просто вот... Ну, задницу, да, да, напрягаем. Делаем, стараемся махи. Главное плечи держать на опоре, чтобы не упасть. Да. Я понял. Плечи. Ну, попробуй сначала в упор просто так. Угу. Так, зажимаем. Да. А ты носки натягиваешь, да? Да. И колени держу. Чуть таз еще сильнее зажать, чтоб... Я боюсь, чтоб не уехали руки, вот как ты сказал. Мне теперь все. Так. О, уже лучше. Фух. Фух, ну что, как оно? Вообще крутяк, очень хорошо получается. Что, теперь покажешь мне, как на самом деле это должно выглядеть? Да, сейчас покажу, сейчас на больших брусьях продемонстрирую. Хорошо. Круто, круто. Да, это реально круто. Спасибо. Ну что, твой мастер-класс я получил. Давайте перейдем к моему мастер-классу. Да, давай. Я предлагаю тебе помочь улучшить фотографии, рассказать, как лучше всего фотографироваться, то есть фотографировать кого-то, как снимать лучше всего спорт с помощью телефона. О, давай, это круто будет очень. Да. Так как ты как раз ведешь Инстаграм, это тебе будет как раз полезно. Ну да. Большинство телефонов сейчас есть такая функция, как серийная съемка. Да. Вот она как раз для спорта идеальная штука. Потому что сразу словить нужную фазу спортсмена – это тяжело. Mm-hmm. А когда ты делаешь просто серию, нажимая кнопку, ну, обычно у меня так нажимаю, наснимал кучу кадров, и потом реально взял и выбрал ту фазу, которая самая идеальная. Вот так, это клево. Да. Я просто сейчас сделаю серию снимков, да, потом еще мы выберем самую, от которой ты скажешь, что это самая идеальная фаза вот для этого спорта. Хорошо, да. Давай, угу. Попробуем. Давай. И очень важные моменты такие. Выбрать правильный ракурс. А для того, чтобы он более был интересный, можно использовать такие вещи, как типа снять немножечко снизу, снять немножечко сверху. Я снимал сбоку. Ну,
для меня это было немножко пустовато. Я потом перешел более прямой, но взял за основу типа, получается, потолок, более нижний ракурс. Ты именно как раз выделялся на нем. Плюс еще, смотри, здесь линии, композиция, помогла, усиление к тебе идет. Плюс ноги от козла. И ты как самый главный у нас персонаж. Дника, да. Что, тебя я поснимал, теперь ты меня поснимаешь? Как да, я да. буду сальто прыгать? Да, давай попробуем. Давай. Так, я готов. Ну, класс. Класс. Да, спасибо тебе. Спасибо и тебе. Да, класно провел сегодня с тобой день. Я тоже. Отже, друзі, як бачите, займатися спортивною гімнастикою – це вам не творчістю креативити. І навпаки, у кожного заняття є свої важкі сторони, котрі ми тут намагаємося разом подолати в олімпійському батлі. Чого і вам бажаю. Побачимося у наступних випусках.